Привет, ребят, меня зовут Рисман, и в этом видео я вам расскажу, как сделать спортзал и заняться фитнесом в Майнкрафте без модов. Ну что ж, поехали! Для начала нам необходимо установить командный блок, открыть его и вставить в него команду, ссылка на которую оставлена под видео. Затем активируем командный блок и дожидаемся построения машины. Машина у нас достаточно длинная, поэтому выбирайте пространство достаточно больших размеров. Отлично, далее мы приступаем к крафту наших агрегатов для фитнеса. Первое — это у нас так называемый батут. Я не знаю, как правильно это перевести, поэтому я просто называю это батут. Сейчас покажу, как он работает. То есть, видите, вот батут, и как только... Давайте я выключу гейммод. И как только я начну на него становиться, появляется счетчик, который показывает количество моих очков. Также тут меняются уровни в зависимости от того, сколько очков мы набрали. Чем больше очков, тем выше мы прыгаем. Когда мы дойдем до 5000, то я буду прыгать гораздо выше, и, соответственно, задержка между прыжками будет куда более. Ну что ж, давайте допрыгаем хотя бы до 5000 и посмотрим на наш результат. Отлично, 5000, и как видите, я уже начал прыгать выше. Да, выше, и как бы более... Больше провожу времени в воздухе, нежели трогаюсь об землю. Ну что ж, вот такой вот у нас прикольный батутик. Далее это у нас... Вот, как видите, даже я натренировал в себе эту способность, и теперь я могу прыгать. Отлично. Далее это у нас беговая дорожка, если я не ошибаюсь. Скидываем 5 палок, факел и 3 кварцевых блока. Отлично, у нас крафтилось... Да, отлично. Беговая дорожка. Ставим ее, вот так вот она у нас выглядит. Она реально работает, поэтому на нее надо забегать, потому что она работает все время. Как видите, я начал теперь по ней бежать. Иногда происходит баг у меня, не знаю, как у вас, но я начинаю с нее выбегать. Но пока вроде такого нет, и как только я, скорее всего, пробегу тоже около 5000 единиц очков, не знаю даже как это назвать, то, возможно, мне дастся какая-нибудь интересная возможность. Кстати, тут можно ускориться, но это абсолютно ничего не даст. Когда мы стоим на дорожку, на ней загорается зеленая лампочка, означающая, что дорожка работает. Как только мы с нее сходим, лампочка становится красной. Если вы не будете бежать по дорожке, вас просто откинет назад туда вниз. Ой, блин, я выбежал, и теперь я бегаю гораздо быстрее, судя по всему. Да, я бегаю гораздо быстрее, у меня прибавилась скорость вроде как. И вот, как видите, я слез с дорожки, и она стала красненькой. Далее у нас идет турник. Для его крафта потребуются вот эти вот ингредиенты. То есть 2 железных блока, 2 каменных плиты и 30 палок. Скидываем в одно место, и мы получили турник. Ну что ж, давайте покачаемся. Встаем, нажимаем правой кнопкой мыши. Отлично. Я сел на турник, точнее повис на нем вроде как. И теперь поднимаем голову вверх и вниз. Снова вверх и вниз. И вот таким вот образом мы как бы качаемся. Как видите, снова у нас счетчик справа показывает наше количество очков и наши результаты. Давайте еще чуть-чуть покачаемся, посмотрим, какие возможности нам даст этот тренажер. Так, я уже набрал 2000 очков почти. Если перестать делать упражнения, то очки начинают убавляться. За одно упражнение, так понял, дают около 300 или 400 очков. Почти 3000, я не знаю, может быть... Стоит слезть и проверить, что нам дало. Попробуем набрать 5000 и посмотрим, что будет. Уже 4000. Скорее всего, нам дадут какой-то либо эффект, который поможет нам быстрее убивать мобов или врагов. Но это мы сейчас узнаем. Докачаемся до 5000. Отлично, 5000. Все, теперь слазим с турника и смотрим, что нам дало. Да, нам отлично, нам дали силу, но прыгучесть у нас сохранилась. Теперь я стал гораздо сильнее. Ну и последнее, самое интересное, это так называемая груша майнера. Для его крафта потребуется 5 булыжников и 1 морской фонарь. Берем ее, также нам потребуется кирка, устанавливаем нашу грушу майнера, и вот такая вот появилась у нас, я так понял, груша. Теперь мы ее... колотим, и нам опять же засчитывают очки. Тут у нас всякие иероглифы летают. Не знаю, что они означают здесь, но выглядит это очень прикольно. И вот таким вот образом мы, так сказать, набиваем руку копания алмаза. Вероятнее всего, у нас вырастет удача или еще что-нибудь. Ну что, давайте посмотрим, что нам дал этот агрегат. Он нам дал ускорение. Теперь мы гораздо быстрее все копаем.
Ну что ж, ребят, на этом все. Кому понравилась команда, обязательно ставьте лайки и пишите в комментарии, что бы вы еще хотели видеть в Майнкрафте без модов. Ну а с вами был я, Рисман. Всем удачи, всем пока.